привет, дорогие друзья, на связи Кавсина Юрчик, ребята, и сегодня вместе с Димкой Федоровым мы устроим шоу «Спуск без тормозов по огромной лестнице». Здорово всем, ребят! Если брать все спуски, которые у нас есть, то, пожалуй, лестница, наверное, один из самых сложных, потому что, ребята, мы боремся за баллы, наша задача разгоняться и улетать как можно дальше, ребята, но здесь, в общем-то, по лестнице, которая находится снизу, мы должны долететь до самого конца, аж вот до той, ребята, зеленой платформы. Чтобы забить гол в ворота, нужно очень сильно постараться, чтобы повезло. Ой. Минус молодой. Короче, ребятушки, поддержите лайком, не забывайте подписываться. Для общения есть телеграм-чатик, ссылки, ребят, все в описании, поэтому переходите, залетайте, как говорится, будем с вами общаться. Ну а мы с Димкой прямо сходу сейчас начинаем. Да, давай, по одной тачке. Я предлагаю использовать машины из реальной жизни всем. Я предлагаю использовать также крупногабаритные тачки, абсолютно, ну, любые, то есть из реальной жизни GTA-шные, но GTA-шные тачки не брать, они неинтересны. Поэтому как-то вот так сегодня поступим. У меня новенький, хороший, кстати, Мустанг, вот такой Кобра, у тебя это Бронко вроде как. Похож, да, как минимум. У меня не особо быстрый Форд Бронко, поэтому попробуем, посмотрим, на что он способен. Согласен полностью, тем более, ребята, что чиповка у нас стоит 30%, и нифига я полетел. 1020! Это новый, который Мустанг я поставил. 1020, охренеть! Обалдеть, я лечу! Ема, он топовый! А, у меня скорость багается, понял, падает до нуля и разгоняется до 500 где-то. Ага. Ну, окей. Блин! Вот это обиба. Обида, обида, обида. Я врезался прям в ободок. Это только 300, хотя рядом пятихаточка была. Прикинь, сразу расчехлил бы. А так, где ты? Тихо. О, вижу. Тихо. Я пока еду. Напомню, ребята, что мы машинами никак абсолютно не управляем. То есть все, что вы видите, происходит хаотично. Ты зацепил вроде как голубую лесенку. 154. Охренеть, мы с тобой дали-то неплохие баллы. Вот такие, ребята, приколы. Первый раунд получился очень хороший, поэтому сразу сходу спавним тачки. У меня будет 3, потому что я набрал больше баллов в прошлом раунде. Первая уже отлично тоже сразу. Так, у тебя какая-то бэха была. Так, Ягуар. И, ребята, вот такой вулкан новый тоже. Так, СВР у тебя не тот, меня это радует. У тебя, кстати, две тачки, куда ты разогнался, я не знаю. Тоже не та. Ну, Аперта даже в счет не идет, поэтому да. Так, не трогай, пожалуйста, мою машинку, на которой я поеду. Все остальное такое себе. Бери ровер. Я в ровере уверен. Это имба. Молодец. Молодец, взял фуфлебицы на кусок. А что ж, ребята, отличные тачки пока что. Я не то что думаю, я уверен. Это тот самый, который вроде СВР, а едет не СВР, нифига. Так. Огромнейшая лестница. 861. Да, ребята, у меня гоночный болид, который летает. И он очень прикольно, ребята, как лягушка, смотрите, по воде прям прыгает. Прыгал, вернее. Сейчас ударился уже. Неплохо, неплохо. Хорошее начало, ребята. Рубрики, когда давно не снимаются, ты возвращаешься, и тебе рандом просто дают крутые тачки. Это прям вообще всегда радует очень сильно. Так, как у тебя успехи? Сколько у тебя? 72. 72 по итогу у Димона. И, ребята, я пока что лечу. И лечу на самом деле хорошо. Главное, чтобы машинку сейчас в сторону не убрала, братан. Это пятихатка чистая. Могла быть вторая уже. Ту-ту-ру-ру. Я просто разрываю рандом, ребята, с самого начала. Вот это я называю камбэк. Прям мощный такой, хороший. Так, давайте вот так сделаем, а то он вылезти не хочет. Да, ребят, в общем-то, как говорится, сломали мы все стереотипы. И сразу две тачки на финише, но это жестко, жестко. Поэтому продолжаем, да, я согласен. Что ж, ребятки, продолжаем. Пока что серия прям заряжена. Надеюсь, вы уже поддержали лайкосом. Так, майбах какой-то вот такой вот мне попался. Электрический Хаммер и черная Бугатти. Черная Бугатти. Так, ну у тебя вторая машина такая себе. Первая, ты не взял Ктулху? Или как ее там правильно? Понимаю. Ну они под капотом все 260, но едут они хаотично. Бугатти, ребята, может сейчас и штукарь разогнать. У меня третья тачка, прям 3 из 3 бью. Как говорится, нормально. Так, 300, 400, 500, 600. Ну, ребят, 700, если учесть чиповочку, 1100, то... 1300, полторы. Ты там что читал-то? Инструкцию какую-то? К этому, к управлению самолетом, что ли? Ага, 1500. А летит, как фуфлебенцин. Короче, Бугатти не разогналась, как я хотел. Ну, да быстрее тебя. Ну да, ну ты скользишь больше, улетел. Ты на зеленую улетел, и одну не доехал. Получается, да.
А у тебя 77, у меня 76. Продолжаем, ребятки. Пока что неприятно то, что я на один буквально на одну ступеньку был хуже. Но, тем не менее, у тебя три тачки. У меня две. Да, вот это... Нахер, это все. Вот это все у тебя топово прям было. Короче, не буду брать я какую-то эску. Так, живи. Да, Димон, у нас, ребят, до сих пор болеет. Там ГОСТ пропадает, поэтому хэштег живи, молодой. Ну, а мы, ребята, с вами... Пробуем достичь еще раз лестники снизу. Если честно, я думал, что Бугатти-то доедет, но, к сожалению, не захотела. 500, 600, 650. 530, всего лишь слабый какой-то вот такой, ребята, Астон Мартин. Нет, далеко рядом пролетел, но, ребята, врезаться мы имеем полное право в соперника, дабы помешать ему добраться до конца. У тебя это ламба Мьюра, вроде как она правильно называется. Кстати, ребятки, я же не сказал, что у нас есть система экстра баллов. Если на лестнике засейвишь, не упадешь вниз никуда, то получишь еще 10 баллов сверху. У меня 52. Так, неплохо летишь. О, нифига она выровнялась так-то. Хаотично, ребят, машина летит, занесло. До финиша не доберешься, но баллы хорошие. О, засейвил. Вот об этом я и говорил. А 107 плюс десяточка, 117 итало, неплохо. Продолжаем, ребят. В целом-то очень неплохо. Правда, сдаем позишн, это нехорошо. Режили, кстати, большая подвеска, может быть, хорошо. Вот Самара вообще топ, поэтому, как говорится, рекомендую. Так, у меня, ребят, вроде как она... блин, вот ты сидел в тачке, что ты телепортируешься в них, они не удаляются потом сразу. Так, у меня вроде та самая, только значок меня смущает. Я, походу, немножко зафуфлинил. Вроде она... Ой. Понимаю. Минус молодой. Так, ладно, пробуем. Не та Ауди. Влево? Ладно. Спасибо. Ну, это не особо быстрее, но RS7, ребят, хорошая. Ну, того же поля ягода, я бы сказал. Эх, а была бы R8, которая тоже V10, только летающая, было бы намного лучше. Но меня занесло. Я где-то бы тут вылетел, случайно кнопку прожал, и, короче, ну, пускай будет 56, и меня вернуло на центр, грубо говоря. Ну, 56, короче, будет у меня. 57 я засейвил, итого 67. И самое интересное, что у меня долетел где-то вот до сюда и резко пропал. Как будто нырнул. Да, это нитро я случайно прожал, не то, которое нужно, поэтому, ну, кнопку... Понимаю. Ну ж да, ребята, сам знаешь, что такое, когда болеешь, корона до сих пор вспоминаю, глаз дергается, поэтому ну его нафиг. А так, вагон, первый Мерседес. Такую хреновину мы не считаем на гусенице, она просто тупо не доедет. Ну и, ребята, третья машина... ламба какая-то. Так, у тебя новая СТОшка, да? Это? Не, это старая. Так, окей. Я, короче, беру, ребята, вагон. Вагон это прям жесткая тема. Сейчас поймете, почему, если тут не знаю, что такое вагон. Поэтому поехали. Я надеюсь, я доеду до конца, как минимум. Ой. Полетели, дурной ты. Кстати, попадались два Винтадора вот эти, СВР-ки. Один, короче, кабрик есть, один вот как у тебя, и кабрик лучше. Он быстрее. Серьезно? Да. Ты бы видел, да что я тут творю? Ебать, 400, что ли, разогнал, ребята, но тут быстрый вылет будет. Кстати, там было, наверное, быстрее, чем 400, лечу я очень хорошо. Но ее прям, знаешь, она не держит дорогу, ее прям мотает из стороны в сторону. Чисто тайкийский дрифт. 700. 700, серьезно? Неплохо ты придумал. 97, если быть точнее. Так, мне пока везет. Красную я не задел. И это, ребята, ровно соточка. Вот так вагон пролетел. Ну да, наверное. Так, неплохо летишь. Но на 700 разгоняла, да. А вот эта, которая кабрик, она разгоняла где-то там, ну, на 150 больше. Так. Бьешься много, но такими темпами меня догонишь, думаю. Ну не на изи, но прям. Не догонишь, если прямо так и будешь скользить. Отлично. Все, давай. Фу-фу-фу. Да ладно! Не добрался. 94 балла, я дальше, ребят. Неплохо. Какие же долгие сейчас, ребята, у нас полеты на новом серваке, вы бы знали. Так, крупный габарит, как я говорил, любой в счет идет, поэтому считается. Форд и Субару какое? Близко какая-то. 159. 139. Ну... Как говорится, а почему бы тогда и нет? Тем более, это машина из реальной жизни, ребят. Вот такой погрузчик. Поехали. А вдруг разгонится? Давай попробуем. Просто пожарка, ребят, как попадалась. Пожарка по накату с чиповкой, блин. Офигеть, какая имбища.
Внимать! 600. Неплохо. 700. 537. Вот такой большой погрузчик, ребята. Погрузчик очень много бьется. Он слишком длинный. Жестко. Я вижу тебя, летишь вроде кубарем. Блин, вот эта пинга непонятная. Понял, пинга как работает? Ты типа у меня летишь вверх-вниз спускаешься. Летишь вверх-вниз спускаешься. Как-то бьешься. То есть Ваньком тогда тоже замечал. Странно. 60 вроде как не коснулся, ребят. 59. Так, давайте посмотрим, где Кадиллак. Кадиллак еще в игре. И сдриснул. Нет. Да. Тут да. 149. Сильно. Так, ладно, ребята, самое время, короче, из рандома достать что-нибудь хорошее. Рандом, слышишь? Давай как начальные раунды. Так, элькомичку у тебя вроде. Так, это стандартная тачка, Мерседес и какой-то Камаро. Давайте посмотрим. Так, у тебя Маверик. Маверик, ребята, это ускоряшка. У меня прям дроп такой себе. Так. Так, ну, придется брать какой-то Камаро. Да, что-то прям такое себе, такое себе. Поехали. Я, ребята, знаю, Маверик машина непредсказуемая. Но, тем не менее, ускоряшка может и помочь. Но, как правило, она не помогает нифига. Это, ребят, предпоследний раунд, сразу говорю. Поэтому нужно улететь как можно дальше. 542. Ну, это прям такое, да. По скорости мы одного поля ягода. Чё? А он, кстати, цепляется, я забыл тебе сказать. Так. Я вылетел. А что скажешь, что не прожал? Я ждал до последнего момента, когда ты вверх полетишь. Я прожал в самом начале еще. А, понимаю. Я на зеленый вылетел, ребята, я ее коснулся, это 57. Ну, как бы я дальше, но незначительно. Ребят, продолжаем. Нужна хорошая тачка, рандом завози, как говорится. Нужно прям сейчас баллы какие-то отыграть. И пришли ко мне две машины, ребят, неплохих. Это не чит, кстати. И вот такой форсаж. Форсаж. Так, у тебя Бугатти у меня такая была. Блин, что лучше, BMW или все-таки, ребята, вот этот автомобиль? Я, короче, рискну, возьму Бэху. Поехали. Поехали, попробуем, да. Бэха, я знаю, что тоже разгонится по накату. Да, конечно, не форсаж, но машина топовая. Так. Просто, как говорится, надежда умирает последней, поэтому нужно постараться хорошо улететь. 832. У тебя как дела? Где там? Ну, у меня под 600 было, я в итоге лечу пока что. Под 600, но, кстати, значит, Бугатти, ребята, тебя, не там. Да, 600 это слабовато для Бугатти. Зато черная Бугатти, ребята, может под Штукари ехать, если та самая попадется. Но проблема в том, что у нас их, ну, штук 10 точно есть. А я, к сожалению, до конца не долетаю. Меня, как говорится, цепануло, красную я зацепил. А это 171 балл. В целом это неплохо, ребята, конечно, не финиш, но тем не менее. 55, да, сильно, значит, тебя занесло. Вот что, ребята, только две тачки были на финише, поэтому ими мы, как говорится, и гордимся. Но если бы был еще хороший дроп, было бы прям вообще отлично. А пока что, ребятушки, как говорится, спасибо за просмотр, ставьте лайки, как говорится, подписывайтесь и всем пока-пока. Пока, ребят.